11 кромных детей, 8 дочерей и 3 сына. Барнульская семья Брит – самая многодетная в городе. Старшей дочери Анжелике 15 лет, младшему сыну Самуилу всего 10 месяцев. И родители вновь в ожидании. Мама Елена говорит, все не так сложно, как кажется. Было очень сложно, когда были первые 5 маленьких детей. А сейчас уже наоборот, с каждым годом проще и проще, потому что дети уже выросли, и они помогают. Малыши, последние, наверное, человека 4, они настолько увлечены какими-то делами, игрушками. У них так много общения друг с другом. Бытовые обязанности, в том числе готовку, семья делит поровну. На кухне трудятся не только девочки, но и, например, старший сын Вячеслав. Он отвечает за сладости. Готовили торт небольшой, приготовили. Именно мальчики делали торт? Да. Ты командовал? Ну, я коржи испек. Также дети массово занимаются творчеством. Подрастая, все они идут в музыкальную школу. В семейном арсенале скрипка, виолончель и пианино. Именно на нем играют старшие дети и осваивают азы мелодии младшие. Однако музыкальный инструмент требует замены. Из-за износа его приходится часто настраивать, но несмотря на это, звук все равно уступает современным аналогам. Юные музыканты долгое время мечтали о новом инструменте. И вот, наконец, 8 марта он появился в их доме. Цифровое фортепиано – подарок Надара Шони. Еще летом бизнесмен и почетный гражданин города познакомился с семьей и решил помогать им в детских начинаниях. Есть какие-то возможности там, помочь, подставить плечо, посильную его возможность. И как-то я для себя внутренне определился, я эту семью буду посещать, видеть, общаться, быть участником, наверное, какой-то частицы воспитания детей этой огромной большой семьи. Теперь такие музыкальные вечера, говорит семья, станут проводиться еще чаще. А старшая дочь Анжелика, которая и играет на инструменте, верит, он поможет с подготовкой к поступлению в музыкальный колледж. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.